Друзья, вы присутствуете при волнительном моменте рождения еще одной фермы. Это еще не рождение птички, это просто клетки. Но тем не менее, это уже свершившийся факт. Вот все это оборудование отправляется в новую Москву. И это целая ферма. Целая ферма, изготовленная у нас на производстве моей перепела Техно. Пользуясь случаем, хочу сказать тем, кто только планирует бизнес, что вы видели у нас на сайте, видели у нас в обзорах различные, так сказать, домашние фермы. Так вот, слово «домашнее» означает именно «домашнее». Понимаете? Это для обеспечения продовольственной безопасности семьи. Если вы планируете бизнес, если вы планируете маленький, большой, неважно, но именно бизнес, да, то есть чем-то торговать, что-то продавать, какую-то продукцию, которую вы будете производить, то очень крайне рекомендую вам рассматривать отдельно. Вот это, например, клетка для стада, да, с яйцесборниками. Точно так же выглядит клетка для несушек. Вот она, например, здесь кормушки, правда, сейчас сняты. Отдельно брудер. Отдельно брудер. Отдельно пойдем вот сюда. Клетка для молодых птичек, для доращивания. То есть алгоритм какой? Из яйцесборника. Видите, она точно такая же, но здесь помещается больше ярусов, их здесь 6. И эта клетка без яйцесборников. Потому что здесь птички сидят, начиная некоторые с 14 дней. Самые крепкие, самые мощные, самые дерзкие. Которые поскромнее, те пересаживаются сюда из брудера в возрасте 21 день. И сидят здесь до 45. До момента, когда петушок уже во всей красе видно, что он петушок, когда самочка уже вот так приноровясь собирается снести первое яичко, и тогда, друзья, они отправляются в клетки для, опять же, стада. Да, вот она здесь с кормушками, кругом бункерные кормушки. Здесь у нас мощная, дерзкая, долговечная нержавейка. 316-я пищевая, хирургическая. Как хотите, называйте, как вам больше нравится. Я капитан, я руковожу погрузкой. Надо на 0,5 снимать, так не вмещается. Да, кстати. Да, вот. Я штурман. Надо этот, знаешь что, у нас через сколько? Через 2 или 3 недели будет такая же отгрузка еще на самом деле. Мы снимем поподробнее, просто сейчас мало времени, уже пятница вечер. Пора нам отправляться куда-нибудь в бассейн или на пляж. Да, в сугроб. Пора. Вот, и на самом деле водитель спешит, поэтому очень коротенькое видео, друзья. Видео просто с отгрузки. Мы таких никогда не делали. На самом деле отгрузки у нас постоянно. Поэтому добро пожаловать на сайт moiperepela.com. Выбирайте там, роетесь, там все очень интересно, красиво. Спрашивайте, звоните. И вот смотрите еще, какой у нас скоро будет ноу-хау, ноу-хау. Видите, такие беленькие штучки, беленькие. А скоро еще будут красненькие, красивенькие. Красненькие, это к весне, друзья, потому что весна красна. Кстати, следующая неделя масленичная, кто не знает. Длинный, большой автомобиль вам потребуется для того, чтобы все это увезти. Там еще вот одна клетка уже стоит вдали. А, да? Что-то... Не успел я сказать, Вадим, говорю, подожди, грузи, мне надо снять, показать. Короче, трудимся, друзья. Спасибо за внимание. Всем привет. Всех поздравляю с наступающей весной. Не глядите на эти сугробы. Весна. У меня, посмотрите, какая улыбка. Весна дышит просто. Она уже хватает просто меня за разные мягкие и не очень места. Оставайтесь с нами, с вами были, как всегда, ваши мои перепела.